Краснооктябрьском районе по подозрению в совершении серии краж из автомобилей задержаны двое жителей области. 18-летний молодой человек и двое 17-летних подростков в ночное время разбили стекла трех припаркованных во дворе машин и похитили магнитолы и колонки. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей. Похищенное имущество они планировали продать. По факту краж возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. В Дзержинском районе сотрудники полиции раскрыли ранее совершенное преступление. Несколько дней назад, поздно вечером, напротив рынка неизвестный, угрожая 26-летней женщине физической расправой, изнасиловал ее. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина помещен под стражу. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Инспекторы дорожно-патрульной службы на стационарном посту в Светлоярском районе остановили автомобиль такси марки Renault Logan. В качестве пассажира в машине передвигался 19-летний житель Волгоградской области. Поведение молодого человека вызвало подозрение у сотрудников полиции, в связи с чем было принято решение о проведении досмотра. В результате в кармане брюк у пассажира был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком. Возбуждено уголовное дело.